Zombie Apocalypse. Всем привет, вы на канале Темные Лица, меня зовут Дима, я продолжаю по критику Снайпер Ваня Призрак 2. Я посчитаю 9-я часть игры под названием «Плохая карма». Я вам всем друзья желаю приятного просмотра. Рейзер, внимание! Мы высылаем штурмовую группу, которая встретится с тобой место назначения. Рейзер 32, говорит Дьявол 21 лично. Отряды опергруппы будут готовы встретиться с вами у места сделки. Парни, когда мы появимся умеренного на вечеринке, ваша точечная поддержка будет очень кстати. Как слышите? Слышу хорошо, 21-й. Поможем с удовольствием. Вот только прямо сейчас мы немного заняты. Когда будем на месте, мы вам крикнем. Облом со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Мне одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен рявкнуть «Ура!». Так что чего бы я там ни думал, ура, братан. Ура, пошли, пошли. Так, все, друзья, добро пожаловать на предфинальной миссии. Эти классненькие игрушки, но правда, если мне понравилось. Реально, я думал, что будет говно, а ну, друзья, как хорошая. В конце прохождения дам ей этой игрушке оценку. Ну, она правда хорошая. Замри. Не шедевр, но класс. Ой. Понял, понял. Есть контакт. Храм наверху. Видишь его? Да, вижу. И есть. Угроза ликвидирована. Красивая статуя. Ладно, выдвигаемся. Да, идем, идем. Конечно, идем. Боезапасов не хватает. Мы снабжаем свою винтовку, я больше не потеряю. На следующей миссии здесь будет логично, что мы будем Меринова убивать против него. Кто-то идет, спрячься за колонной. Он тоже был мундир, ну, снайпером вроде бы. Тот, что справа твой. Подожди, финальная миссия обещает быть классной. И это... Зачем каждая миссия в Тикри мне понравилась? Каждая по-своему, конечно. Блин, я думал, это не по расцене. А, нет, я убивал. Хорошо, выдвигаемся. Погнали, погнали. Третью часть, думаю, стримить или выспорить, подумаю. Думаю, постримлю. Так, а, да. Или подумаю, может, буду выспорить, ладно. Врываемся и защищаем по твоей команде. Так, следующая игрушка, начну проходить. Если его GTA 3 будет нормально, если GTA 3, сможно если нет, представить, да? Сколько в храме ходов. Правое дело 2. Никуда не лезь. Или еще какую-то игрушку, что мне игр хватает, которые буду вотсплоить, я уже 4 игры нашел, которые я могу повотсплоить. Да, очень тесный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись, может на ком-то есть гранаты. Что тебе его в храме? Граната. Отличная работа. Да, офигенно. Сними остальных. Так, где ты, придурок? Давай, давай. Ты будешь? Заели. Смотри, скафина. Так вот. Давай, давай. Есть. Класс. Хорошо получилось. Идем дальше. Хернее, это их одним выстрелом, это нонсенс. Так, боезапаса больше нет, хотя мне, в принципе, так. Думаю, патрон хватит. Так что, то есть, игр нет больше, то есть, до стримов, честно говоря. Я больше люблю стримить, нежели успокоить. На стриме можно везде полазить, с людьми пообщаться, а на успокой, как ты сделаешь. Фанат оружия массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить. Я не пообщаюсь. Ну, на успокой, я имею в виду. На стриме можно пообщаться, побольше поиграть. В общем, мне больше люблю стримить. Во. Ну, успокой тоже буду, конечно. Естественно, про успокой я не буду забывать. Буду играть, да не находить, где я успокой. Давай-ка посмотрим. Нет, вдруг просто это игрушки старые успокой. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Ага, хорошо. Это...
Если буду игры ставить, летсплей, ну не все. Некоторые игрушки ставим, я буду стримить. Допустим, вот надо. Вот, Карбон, я буду стримить. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Как бы и не нашел бы его, он в таком месте не увидит. Не будет по борьбе. Вот дерьмо, на земле. Ко входу в башню приближается солдат, не дай ему до нее дойти. Не-не-не-не, давайте контрольной точке. Это не очень годится, я так идеально гасил всех, что не хочу. Давай. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Да, и так хорошо работал. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Да ёптура налево. Давай. Черт, движутся к нам. Да чтоб такое. Ладно, бог любит троицу. Вот тут здесь нельзя спешить. Нельзя. Блин, Дима, не спеши. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Живее твой не очень работает, знаешь ли. Поживее, это, конечно, плохо. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Есть. Этот придет, где он? Вот дерьмо. На земле. Ко входу в башню приближается солдат. Не дай ему до нее дойти. Цель справа. Есть. К центральной площади подходит патруль. Затаись на время. Окей, хорошо. Затаюсь. Ой. Только сделать и зарядку на всякий пожарный. Блин, кстати, у нас мог быть с первого на самом деле, опухнулся. Ой, ладно. Помощник. Мне правда помогать на самом деле нормально. Снайпер вот здесь всегда должен быть помощник. Они расходятся по сторонам, приготовься. Начни вон с того бездельника. Он готов. Теперь нейтрализуй второго. Один вышел из середины группы. Самое время его снять. Не горячись. Жди момента. Жду, жду. Жду момент, жду. Давай, стреляй. Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом. Ну, а левый мой. Получилось. Где он? Не твой. Блин, нет. Стал. Есть. Нет, серьезно? О, хрен. Вот теперь есть. О, нормуль. Отлично сработано, уходим, давай. Не совсем отлично, но ладно. Могу бы быть и лучше, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Всех бывает посетить, это нормально. Так, поезд опасно, подожди. Ладно, идем, идем. Есть, давай в укрытие. Снайпер наверху, на стене храма. Я вижу. Не, так хрень попадешь, не залезь. Есть. Давай. Не вылазь, не вылазь. А, блин, как хрень? А. Я точку увидел, все. Есть. Чисто бой, бешеный. Все вроде чисто. Нужно покинуть открытое место. Это точно. Рейзер 32. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то Юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности.
Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока Аве Марию, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится, будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Андерсон, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Да, хорошо, я молодец. Потихоньку заходим. Проверь по углам. Один крадется. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Окей, давай, иди. Развлекайся. Отвлекись. Класс. Так я. Молодец. Моя школа. Машина, спрячься. Окей, хорошо. Спрячусь. Похоже, нас не заметили. Пусть едет. Так, конечно, поскорее. Враг впереди. Где он именно? Ага. Блин, в таком месте находится. О, в задницу убил. В задницу убил. Все чисто, идем. Да, он где бы повыше. Пошли в задницу, в общем, говорили, в задницу. Ладно, было прикольно. Одна цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне, и вперед. Ой. Он будет в слепой зоне. Нифига себе. Этого проще было снести. О, идеальный выстрел. Так намного лучше. Все, пошли. Твой план был так себе. Чего это у вас не себе? Нифига. Убил на машине. Что-то машина хорошая. Взял вторую часть, можно будет на машину гонять. Я помню, Русик играл третью часть. По машине вспомнил, как он там ездил. Там будет не стрелять трудно. Я помню место, где он башни были, где там был. Так опять будет стрелять. Очень трудно. Кажется, нужно подниматься. Надеюсь, у меня нормально все будет. Ну, не, он справился с работой, но стрелять было ему трудно. Ну, я с ним пенсию, что трудно, я понимаю. Хоть этот мне не передается, уже радует. Угу. Погнали. Лед на земле. Увидишь там Меринов? Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Я же его убил вроде бы. Сука, выжила. Я его в щеку, походу, попала. Походу, против него будем в конце гаситься, а не Мэндекса. Уничтожь его! Он вот-вот строится! Всем отрядом, выдвигаемся! Ай, уметь, а! Ракета в укрытие! Хрена себе, блин! Ого! Поворот событий, скотина, он же тоже снайпер. Стреляй через нее. Стреляй через кабину, давай. Есть. Со своей попытки. Мы не уничтожаем кувак, друзья. Есть. Так, Меринов сдох. А ты, сука, явно не умрет. Ну, еще в финальной миссии делали. Нет, еще не все. Предфинальная миссия для тебя была охеренная.
плохая карма, я убил этого Мэддокса со второго выстрела. Не с первого, конечно, но просто самое главное со второго, а не с 101-го. Друзья, я вам всем желаю приятного, как говорится, завершения хорошего, завершения этого дня, чтобы все было шикардосно, в общем. Всем, друзья, пока-пока, увидимся в финале миссии этой игрушки, она будет следующая, финальная. Вау, класс.